Привет, друзья! Сегодня на канале у меня очередной прекрасный гость. У меня в гостях Григорий Мхитарян. А Гриша – филолог, он преподает русский язык как иностранный и как родной, и преподает риторику. Мы с ним учились вместе в университете, и сегодня он согласился уделить нам свое время, прийти ко мне на канал и поговорить со мной о русском языке. Привет, Аня, и всем добрый день! Привет, Гриша, спасибо большое, что нашел время прийти. Итак, Гриш, расскажи нам, пожалуйста, о себе. Чем ты занимаешься, где ты живешь, где ты находишься территориально? Всем будет, думаю, будет интересно узнать. Сейчас я территориально нахожусь в своем родном городе, где, собственно, и живу. Называется он весьма романтично для англоязычного уха, потому что звучит это как Кисловодск. От двух слов «кис» и «лав», как можно подумать. От слов «кислые воды». Мне в голову не приходило никогда в жизни. Класс, прости, продолжай. Да, на самом деле от слов «кислые воды». Ну и живу я в другом, вернее, работаю я в другом замечательном городе под названием Пятигорск. От словосочетания, собственно, «пять гор». Ну, и ты работаешь в Пятигорском лингвистическом университете, да? Хотя сейчас называется, наверное, по-другому. Сейчас он, к сожалению, уже не называется лингвистическим, но лингвистические традиции нашего, как его знают, имьяза Пятигорского или Пятигорского государственного лингвистического университета мы тщательно стараемся сохранять, да. Замечательно. И чем именно ты занимаешься в нашем замечательном университете? У меня... Есть такая хорошая русская поговорка: и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Вот я приблизительно этим и занимаюсь, потому что основная моя занятость в сфере воспитательной работы. Но при этом я также преподаю как иностранцам, так и русскоязычным товарищам, которые учатся в гимназии при университете. Еще получается воспитательную деятельность, а именно развитие добровольческой деятельности в вузе и в стране в целом с преподавательской. Супер. Ну, еще я знаю, что ты ведешь тоже YouTube-каналы, даже два. Мы с тобой один раз сотрудничали, друзья, если вы помните, я как-то разбирала песню, которую перепели ребята с Гришного канала «Перепой», который называется, да, всем очень понравилось. Расскажи нам про первый и про второй свои проекты, пожалуйста. С удовольствием большим. Когда-то родилась идея канала, который называется «Перепой», и на нем мы перепеваем песни, всем известные на языках английском и других, на самом деле, мы не останавливаемся на одном языке, мы перепеваем их на русском языке и делаем это через точный, при этом эквиритмический перевод. То есть эквиритмический перевод – это перевод, наверное, один из самых сложных, потому что он требует сохранения определенной ритмики и определенного строения текста. Поэтому, когда ты занимаешься этим переводом, тебе нужно не просто сохранить настроение, но и еще и вот это вот настроение и содержание каким-то образом уместить в уже заранее готовую форму. А так как языки максимально разные, далеко не всегда получается сделать это без потери смысла. Очень и вот мы поставили себе цель сделать так, чтобы вот эта самая потеря смысла при переводческой интерпретации была минимальной. Ну, на мой взгляд, пока справляемся относительно хорошо. Вот на одно из последних видео, которое мы снимали для канала, мы посвятили как раз тому, как мы переводим песни, то есть именно эквиритмическому разбору тех песен, которые сделали мы, и песен, скажем так, других исполнителей, проводили такой сравнительный анализ. Вот. Но ты сам переводишь песни, или у тебя есть команда? Как вы это делаете? Ну, изначально переводил сам, сейчас есть довольно большая команда тех людей, которые работают над переводами вместе, то есть всегда переводы проходят в финале мою авторскую проверку, но мы решение принимаем командным образом, потому что довольно часто возникают такие очень интересные случаи по тому, как именно стоит перевести тот или иной оборот, ту или иную фразу, то или иное слово.
Поэтому здесь, конечно, коллективный разум, он максимально необходим, скажем так. Слушайте, ну прям, как говорится, уважение, большое вам уважение. Так, хорошо, а второй канал? Со вторым каналом история совсем недавняя. Если перепою у нас уже вот 3 года, то новый канал я решил сделать вот буквально 1.5 года назад. И вот сейчас на данный момент там всего лишь несколько видео, но... Зато каких? Спасибо. Вот этот канал, это, собственно, мой профиль, это русский язык, то, чем я занимаюсь как специалист. Перевод — это все-таки как хобби, можно сказать, потому что профильного образования я не получал. А вот филологические разного рода интересности — это то, что меня вдохновляло всегда. И поэтому я создал канал под названием «Словоблог», в котором мы, собственно, и занимаемся всякими интересными филологическими штучками, рассказываем преимущественно об интересностях из русского языка, но в перспективе хотим охватывать и другие языки. Слушайте, я смотрела, конечно, все ваши видео, я думаю, и это потрясающе интересно. И, друзья, я рекомендую вам, у кого уровень языка повыше, обязательно на Гришин канал сходить и послушать. Много узнаете именно глубокого, интересного о русском языке. Я повешу ссылочку, обязательно сходите. Ну вот, Гриш, давай с тобой, собственно говоря, о русском языке и поговорим. Твои знания глубоки и обширны. Вот мы с тобой, когда готовились к этому интервью, ты мне сказал, что расскажешь нам о кальках. Да? Вот можем мы с этого вопроса начать? Расскажи, пожалуйста, что такое кальки, и, если можно, примерчики нам. Да, с большим удовольствием, потому что тема калек, она очень интересная. Кальки, по сути, это, скажем так, копии. То есть копии слов или выражений, которые уже существовали в каком-то языке и из него кочуют, то есть переходят в язык приема. То есть слово, которое было в английском языке, берется и переводится прямым образом. И вроде бы как в этом нет ничего такого необычного. Но здесь нужно понимать, что происходит не просто перевод, а происходит именно копирование слова теми средствами, которые есть в языке приема. Я сейчас приведу пример, и станет гораздо понятнее. Этот пример – один из классических таких примеров, которые отражают всю суть процесса. Вот он родился как раз на паре, когда я занимался с нашими иностранными студентами, когда я им пытался объяснить слово «совпадение». Совпадение, которое на английском звучит как coincidence, я объяснял так. Мы еще, наверное, позже сегодня об этом поговорим. У меня есть определенный курс по приставкам. И вот я рассказывал, что есть такая приставка «со». Она отвечает за сближение, да, «со». А есть такая приставка, как «в». Она обычно говорит о чем-то, о погружении внутрь, или вниз, или внутрь, но суть в том, что происходит какое-то погружение. И представьте себе совпадение, то есть «со», «в», «падение». И получается, если ты визуализируешь это слово, то оно совершенно четко... У меня тут... Кто это? Пришел. Пожалуйста. Неожиданное явление. Как его зовут? Морис его зовут. Морис, поздоровайся с нами. Хорош. Ну, такса? Да, да, да. Это вот то, что называется диги-дог, которое ископало на весь дом. Все, Морис, иди, пожалуйста, отдыхай. Надо. Ворвался в эфир. Продолжай. Продолжай из того места. Морис, ну все, угомонись. Продолжай из того места или начать заново. Иди, отдыхай. Так, давай вернемся. Мы с тобой остановились, что приставка «с» и приставка «в» есть, да? Если ты говорил. Если просто визуализировать это слово, получается, что есть «со» в «падение».
И на самом деле на русском языке мы, когда говорим это слово, мы как-то даже и не задумываемся о том, насколько оно связано семантически и этимологически со словом «падать». Для нас совпадение — это просто совпадение, да, что-то с чем-то совпало. А на самом деле корень там именно «падать». И самое, что интересное, ровно этот же корень и ровно эти же приставки присутствуют в языке, из которого это слово было заимствовано. Потому что когда я объяснял вот на примере совпадения coincidence, я говорил, что co – это то же самое, что so, in – то же самое, что в, и coincidence, я не знал, как это донести, но мой студент-француз сказал, что да, да, на французском, я уж не знаю, как это звучит именно, но вот этот корень означает падать. И я проверил, как этот корень звучит на латинском. Этот корень звучит «sedere» и означает «падать». Ну, если на латинском это так, то, разумеется, во французском и там, итальянском и других языках этой ветви этот корень будет именно таким. Получается, что совпадение и coincidence – это совсем не совпадение, что вот такое совпадение происходит. Это калька. Прелесть. Вау. Вау. Да, это калька. Так. Могу еще один пример кальки привести, но он такой достаточно юморной, потому что в русском языке есть выражение, которое пришло к нам из, опять же, французского «быть не в своей тарелке». И мы это выражение используем тогда, когда хотим описать, что мы чувствуем себя не очень хорошо при каких-то условиях. И оно выглядит немножко странно для русскоговорящего, быть не в своей тарелке, да, и все те, кто задумываются вообще над содержанием этого выражения, думают, что это просто как будто ты вот чувствуешь себя неудобно в виде блюда, ну, условно говоря. Но на самом деле в французском, откуда пришло это выражение, там слово «тарелка», то, как мы перевели «тарелка», имеет два значения. Тарелка, собственно, и ощущение, настроение. То есть, условно говоря, быть в плохом настроении. Вот. А у нас это получилось как бы вот прямая калька, то есть дословно перевели, вот, сделали копию, и получилось быть не в своей тарелке. Вау. Вау, Гриша. Так, супер. Хочу еще. Дай еще пример. Ну, один из таких примеров, который ты вот тоже как русскоговорящий человек, ты вряд ли когда-либо о них задумывалась, но при этом это тоже калька. Вот есть очевидные кальки, например, как землетрясение, да, то есть earthquake, да, оно во многих языках землетрясение, потому что, собственно, оно так и выглядит, как будто трясется земля, да, звучит как земля и трясется. Да, тут можно даже условно говоря, не говорить о том, что это калька, потому что в теории такое восприятие землетрясения могло быть у разных народов по разным, в разных точках мира, и поэтому и там могли назвать землетрясение просто своими словами. Может быть, это и не калька. Но если исходить из версии, что в целом, как-то в стародавние времена, да, был распространен тот или иной язык, да, и все равно был обмен словами между праязыками, да, то неудивительным кажется, что это все могут быть кальки. Так вот, одна из тоже, по сути, калик – это такое слово, как, например, насекомое. Вот насекомое, когда ты знаешь это слово, ты как бы никогда и не подумаешь, что там, в принципе, есть что вообще калькировать, то есть копировать, делить. Вот, например, мы сейчас в школе скорее будем разбирать это слово по составу исключительно как насеком, наверное, там, и окончание ОЕ. Я не знаю, как там в школах разбираю сейчас, но суть остается в том, что насекомое однокоренное со словом сечь, то есть сечь. Да. И
совершенно неспроста, оно насекомое, потому что его насекли. То есть если визуализировать перед собой насекомое, мы знаем, что оно, даже из школьных знаний про насекомых, мы знаем, что оно состоит из нескольких частей. Да? Насекомые, они всегда такие вот поделенные на части. Так вот, насечь здесь совершенно неспроста. И самое, что интересное, оно и в английском языке insect, это ровно то же самое. Насекомое, да, оно такое же насеченное. Так что гораздо глубже, чем кажется. Слушай, как интересно. Вау, ты просто мне открыл глаза сегодня на целых 3 вещи в русском языке. Спасибо большое, Гриш, очень интересно. Так, хорошо, а вот ты упоминал про приставки. Да. Могу ли тебя попросить краткий такой экскурс нам в твою теорию приставок провести сейчас? На самом деле нет никакой там отдельной теории или что-то такого авторского, новаторского. Я просто во время одного из занятий, вернее, я по ходу занятий стал понимать, что очень многое гораздо проще объяснить иностранцам, если объяснить им изначальное значение тех приставок, которые используются для конструирования слов. То есть мы их можем употреблять совершенно на автомате. Мы, не задумываясь, конструируем слова, которые люди поймут. И у иностранцев немножко другой подход к этому, как и все люди, которые только изучают языки, они, да и мы, неважно кто, то есть любой человек, когда изучает язык, он заучивает слова. Да. И он совершенно может при этом не понимать, что, условно говоря, слово «прихожая», которое он только что выучил, это от слова «приходить». Да? То есть для него это не очевидно. Да? А для нас это очевидно, потому что это вообще... И для него это очевидно тоже. Это какой-то свидетель. Морис, ну угомонись. Человек, который знает корни, он с легкостью может его образовать, если он знает и значение корня, и значение приставок. То есть, например, когда человек знает какое-нибудь слово, помнить, да, вот, например, помнить, он при этом знает, что есть у нас вот значение у приставки «за», например, как такое значение, как завершить действие. И вот если он хочет, например, передать значение, что он не просто помнит, да, а вот как бы выучил, да, что я сделал? Я запомнил, да, получается. Например, вот он знает слово «бежать». Да. При этом ему хочется сказать, что человек только что как бы вбежал в комнату, но он не знает, есть такой глагол или нет вообще. То есть он знает бежать, и он знает, что вот есть такая приставка, которая обозначает действие, направленное внутрь чего-то. Да? Вот он знает слово «комната», знает слово «бежать» и думает, ну если я скажу «вбежать в комнату», ну, наверное, я буду прав. Да? И вот такая способность создавать слова, она... появляется у человека автоматически. То есть он знает, что если есть одна сторона дороги, есть другая сторона дороги, и есть такое значение у приставки «пере», как «пересечь», условно говоря, да, двигаться, получается, из одной точки в другую точку, рассекая ее там пополам, например, то он может сказать «перебежать». И сделать это совершенно автоматически, так, как это делаем мы. И вот поэтому я... я постарался подобрать все значения, которые есть у приставок, глаголов. И вот сейчас я попробую, если это... Сразу я у тебя спрошу. Вот ты говоришь мне про так называемые глаголы движения. За исключением слова «запомнить», «перебежать» и «убежать» — это глаголы движения, где есть, да, четкие значения, которые достаточно очевидны. То есть их изучают. «В» — это «enter», да, «в» — это «exit». «Пере» — это «кросс» и так далее. Вот да. Меня больше интересует, Гриш, не глаголы движения, потому что поэтому очень много материала, и оно трудности, конечно, вызывает кучу, но все-таки меньше.
Есть ли у тебя примеры глаголов, не относящихся к движению? Банальные примеры на самом деле везде. Вот, но они очень помогают. Я могу совершенно спокойно поделиться этой презентацией. И здесь можно будет видеть все способы, которые, вернее, все значения, которые есть у приставок, ну, во всяком случае, основные. И вот в примерах я старался подбирать разные примеры, чтобы было понятно как раз не только на примерах глаголов движения, но и на других примерах. Пролистаем, какая тебя будет интересовать. Ты прям вот говори. И... Пере, наверное, неплохая будет приставка. Ну, вот смотри, да, пере, да. У нас у нее очень много значений на самом деле, и все эти значения я пытался с иностранцами визуализировать, потому что именно визуализация дает возможность для иностранцев понять, что они хотят сказать. То есть, вот, например, приставка «пере», мы с ними ее заучивали как «пере». То есть вот такое движение «пере». И оно практически под все значения оно подходит. Вот, например, «через», то есть действие по дуге, да, «перешагнуть». Да? Ты так и делаешь. Да? Из одной точки через такую вот дугу идешь к другой точке. Да? И неважно, что ты делаешь, перешагиваешь, перелезаешь, перепрыгиваешь, там, переворачиваешься, да, это процесс все равно, ну, перевернуться это еще дальше, но он все равно вот такой. Отлично, отлично. Потом вот изменение положения, перемещение от одного к другому, да, переместить, перекатить, передать, да, ну, например, вот то же самое передать, ты берешь и передаешь, да, берешь, передаешь. Приблизительно то же самое, да? Или там переложить, да? Можно просто переложить, там, сдвинув с одного места на другое, но все равно движение какое-то вот такое. Логично. Потом провести какой-то отрезок времени, да? Перезимовать, там, перетерпеть, переждать, да? Здесь уже с этой визуализацией сложно, но на самом деле, если так вот пофантазировать, да, то вряд ли как-то иначе еще можно визуализировать, чем кроме как через этот жест, вот это вот перезимовать, да, то есть у тебя есть зима, и тебе нужно переместиться как бы из этого ее конца вот в этот конец, ну, ты перезима... да, вот, есть значение очень, да, вот здесь уже немножко отходим, например, да, от вот такой визуализации, получается пересмотреть, переесть, переотдыхать, но опять же, если ты хочешь как-то прям вот сказать, что я переел, да, то у тебя все равно как-то автоматически вот какое-то вот такое вот движение, что ты пере, то есть уже все, вот уже некуда дальше, и да? Много, да. Да. Ну и то, что вот сделать заново, да, сделать по-другому, да, переделать, передумать, да, то есть это какое-то такое вот пере, то есть было так, а ты берешь и делаешь иначе, да, как вот перевернуться, приблизительно то же самое, да, переделать, перевернуться. И финальное, да, значение, ну, я не думаю, что прям финальное, я думаю, что их больше, но во всяком случае я остановился на этих, сделать лучше другого равно значению приставки оба, да, вот перегнать, обогнать, да, и опять же, когда ты кого-то перегоняешь, это значит, что ты оказываешься впереди, пере, да, и вот такие визуализации, они очень сильно помогают понять смысл приставок. И их здесь на самом деле много. Вот очень часто они, получается, могут быть синонимичны. И для русскоговорящего человека совершенно понятно, какую приставку с этим значением употреблять. Но вот, например, вот у «при», например, да, есть значение «завершить», «дойти до конца», да? Вот сейчас мы пролистаем еще. Такое же значение, вернее, там внизу есть, «довести до конца» у приставки «про». Потом есть такое значение, например, «довести до предела» у приставки «по». И вот я вот сейчас просто листаю, да, «закончить процесс при его готовности», да, приставка «из». Вот сейчас. «Довести до предела» еще раз приставка «по». Потом... «за» мы тоже говорили, да, что у нее есть такая «закончить», да. И получается для нас это совершенно очевидно, что когда я говорю слово «запомнить», я должен сказать именно так – «запомнить», а не «припомнить», да, потому что «припомнить» – это будет совершенно другое значение. Но вот для того, чтобы понимать,
разницу, нужно обладать, скажем так, пониманием спектра значений приставки. То есть бывают различного рода схемы, на которых, знаешь, вот эти вот область, да, какая-то, наслаивается на другую область. И mm-hmm. получается, что вот где-то, да, они похожи, а где-то они совершенно расходятся. И вот если вот перед нами тот случай, где они похожи, нужно просто анализировать, насколько они расходятся в других значениях. И тогда понимать, можем ли мы сюда ставить такую приставку или не можем. Ну, наверное, это еще и привычка к языку, да? То есть чем больше ты видишь примеров, да, тем тебе понятнее, что использовать конкретно. Да. Я в конце вот этого занятия, ну, вернее, там была серия занятий, посвященных приставкам, для закрепления материала я рассказал иностранцам о таком волшебном слове, как «этывать». Оно знакомо русскоговорящим людям, но совершенно четко отражает способность приставок передавать любые смыслы вообще. Прости, я тебя перебью. Я всю жизнь считала, что это «этовать», а это «этывать»? Ну, там или «ова», или «ива». Совершенно. Да, и так. Окей. Давай, расскажи, очень интересно. Да, на самом деле тут чисто фонетически, да, как хочешь, так и говоришь. Суть не в этом. Суть в том, что корень здесь совершенно точно «эт», ну или «это», наложившееся на «ова», да, неважно. Объясни, вот. Объясни, чтобы люди поняли, что это такое, что за «этывать». Да, есть всем известное слово в русском языке «это», что-то, да, «это». Это, а то, да, все понятно. Так вот, если у нас вещь обозначается словом «это», да, нечто, вот это, неизвестно, что это, но это, да, то с помощью аффиксов, которые есть у нас в русском языке, мы можем из «это» сделать глагол «этовать», ну, что-то делать, то есть вот, нечто, неизвестно что, этовать. Да. Ага. Как Аня совершенно верно заметила, это можно написать «этовать» или «этывать», совершенно неважно, потому что глагола такого в русском языке нет, но это не мешает нам его употреблять. И употребляем мы его обычно с приставками всевозможными. Ага. Когда ты не знаешь или ты даже не хочешь задумываться, что именно бы тебе такого сказать, ты используешь вот этот вот глагол. То есть если ты работаешь с каким-нибудь инструментом, и тебе нужно с помощью этого инструмента взять, например, ну, не знаю, шуруповерт, да, ты вкручиваешь... Что такое шуруповерт? Ладно, хорошо, давай по-другому. Например, ты работаешь с каким-нибудь инструментом, и давай молоток возьмем, да, молоток. Ты берешь молоток, и тебе нужно вбить, например, гвоздь в стену. Самое простое. Но если ты не хочешь думать, какое слово там использовать, вбить или вкрутить, или что-то, да, ты говоришь в этого его в стену, и все. Или, например, тебе нужно наоборот вот этот гвоздь из стены достать. И ты никак не можешь это сделать, да? И ты говоришь, от этого его, пожалуйста, да? И тебе совершенно не нужно знать значение конкретного слова, потому что ты знаешь значение приставки, и у тебя есть корень «это», которое универсально. То есть это «приэтовать» — это значит «приложить», да, например. «Подэтовать» — это может значить, там, например, подтрунивать, да, подкалывать, да, то есть шутить над человеком. Mm-hmm. Переэтовать — это ты что-нибудь сделал, а потом переэтовал, переделал, например. То есть это совершенно такой универсальный способ понимания русского значения приставок русского глагола. Потрясающий пример. Мне очень нравится. Спасибо большое. Так, ну что, давай подэтываем. Давай подведем итог. Да. Подытываем. В общем, да, есть у нас приставки, нужно знать их значение, и это поможет вам заниматься словотворчеством, да? Правильно? Да, совершенно точно, то есть ты автоматически начнешь создавать слова, которые уже есть в языке. Угу, да, прелесть, спасибо, очень мне понравилось.
Так, хорошо, Гриш, с этим мы разобрались. Скажи, пожалуйста, ты сам-то языки учишь? На данном этапе уже нет, не хватает времени, но когда-то, ну, помимо английского, который... У нас есть такое понятие, вот человек знает язык. Когда у меня спрашивают, какие языки ты знаешь, я говорю русский, и то не до конца. Потому что для меня, ну, знать язык – это такая категория, которой лучше не хвалиться. А то вроде как ты и знаешь, а, мягко говоря, многого даже в родном языке не знаешь. А когда речь идет о другом языке, ну тут уж совсем как-то это... без ложной скромности, что называется. А, поэтому, да, знаю английский с оговоркой, а так когда-то изучал немецкий, было это на протяжении 2 лет, лет 15 назад, и лет 10 назад изучал испанский. Вот прошедшие полгода интересовался чешским, там было забавно смотреть на то, как коверкуются русские слова. Ты знаешь, у меня есть одна студентка чешская, мы иногда, когда вдвоем с ней остаемся, мы просто развлекаемся тем, что сравниваем, то есть чешские языки, они, в принципе, антонимы, да, языки антонимы, у нас фрукты, у них овощи, у нас магазин и склеп, да, что там у них склеп? Да, да, у нас магазин, а у них склеп, а склеп — это где лежит покойник в русском языке, да, такие всякие прелести. Но зато видно, как слово, имевшее какое-то значение когда-то, оно на каком-то распутье когда-то стояло, и вот наше пошло направо, какое-то пошло прямо, какое-то пошло налево. Ну так со всеми языками, но вот на примере чешского, ну и других славянских, нам, русскоязычным товарищам, там видно, насколько слово может поменяться вообще до противоположного значения. Да, ну это потрясающе интересно, конечно. Хорошо. Вот еще у тебя спрошу, как у филолога. Есть книги на русском языке, которые ты считаешь самыми важными? Мы сейчас говорим о художественной литературе. Ну, давай не только о художественной поговорим. Не буду тебя ограничивать. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки лучше о художественной, потому что какая-то специализированная литература, она должна отвечать конкретному интересу, да? Но если говорить о художественной литературе, то наша классика подарила огромное количество произведений, и тут очень сложно выбрать какое-то одно или даже 10, не знаю, но могу сказать, что в текущих условиях, например, вот в условиях той жизни, которой мы живем вот в пандемии и совершенно таких каких-то кажущихся нам нереалистичными разговорах о новом мировом порядке и обо всем вот этом, очень интересно выглядит «Замятинское мы». То есть Евгений Замятин, произведение «Мы», написано оно как раз 101 год назад, 1920 год, и при этом там угаданы очень многие явления, которые, может быть, не в той же форме воплотились, но с тем же содержанием. Например, там были прозрачные дома. А мы сейчас как раз все, например, переживаем по поводу конфиденциальности наших данных. То есть все, что совершенно мы как будто бы находимся на обозрении. Да? Mm-hmm. Вот. Ну, все антиутопии, все хорошие антиутопии, они того стоят. Но вот если говорить о русской литературе, да, это получается Замятин. Причем важно подчеркнуть, что, по сути, он первым в 20 веке поднял вот эту тему, которая стала актуальной, и затем и в других произведениях, которые носили такой антиутопичный характер, и Оруэлловская 1984, и Хаксли «Дивный новый мир», ну и другие произведения. Еще, наверное, из той же эпохи «Мастер и Маргарита» Булгакова, книга, которая для иностранцев, наверное, будет иметь очень такой серьезный эффект в плане понимания русской души. Вот я небольшой любитель Достоевского, хотя знаю, что его как раз-таки вот на Западе по нему большей частью изучают российскую, русскую литературу, но вот для меня таким человеком, который мог заглянуть куда-то туда же, куда Достоевский, является Булгаков.
Вот, и у него несколько хороших произведений. Вот «Мастер и Маргарита», наверное, стоит выделить, хотя меня, например, гораздо более сильнее веселит, потому что это, собственно, юмористическое, скажем так, произведение «Собачье сердце». Да? Вот. Масса, на самом деле, примеров, о которых можно говорить очень долго. В контексте, может быть, связи с Америкой интересно взглянуть на произведение Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». У них более известное «12 стульев и золотой теленок», что тоже очень характерное произведение и тоже характеризует эпоху, про которую они писали. Но вот «Одноэтажную Америку» тоже можно порекомендовать как для прочтения. Очень хорошая рекомендация, спасибо. Да, друзья, подписываюсь под личными рекомендациями. Слушай, Гриш, а вот такой вопрос к тебе, как к филологу, лично уже от меня. Я, может, его даже вырежу и не буду включать. Mm-hmm. Как ты считаешь, почему классика становится классикой? Вот почему то, что мы читаем, это классика? И почему это нужно читать? Аня, я думаю, что классика становится классикой только потому, что она не теряет актуальности вне зависимости от формы, в которой мы находимся. То есть содержание вот того, о чем сказано в классике, оно актуально для любого временного сдвига. А время... Тут вопрос философский, потому что суть наша, как людей, она не особо меняется с изменением всего остального. То есть мы как люди вот на обозримом промежутке времени всегда были приблизительно одинаковые. Менялся наш быт, менялось наше мировоззрение, менялось много что вокруг, но наша суть оставалась приблизительно такой же. И мы, может быть, чуть больше себя узнавали, но в классике, причем любого времени, там уже описано то, вокруг чего соткан человек. И вот мне кажется, что вот именно поэтому то, что пишется сейчас, на мой субъективный взгляд, оно вряд ли когда-либо станет классикой, потому что сейчас, ну, совершенно, скажем так, абсолютное большинство произведений, причем из любой сферы культуры, как литература, так и музыка, все что угодно, носит совершенно приходящий характер просто потому, что сейчас мы ориентируемся исключительно на форму, не на содержание, а на форму. А форму вот в условиях текущей реальности, ну, если честно, эта форма как раз-таки содержание лишена. Я думаю, ты понимаешь и знаешь такое слово, как симулякр, и вот этот симулякр, он как раз и характеризуется тем, что это всего лишь, по сути, копия, которая говорит, что я – это то, что вы думаете, но на самом деле этим не является. То есть она по формальным признакам похожа на то, о чем она должна нам говорить, но по своему содержанию она таковым не является. И получается, что если мы сейчас слушаем какую-нибудь там песню, возглавляющую топ-чартов, например, то по-хорошему это должна быть песня, которая на самом деле достойна того, чтобы возглавлять вот эти топы чартов. А по факту она является песней, которая там оказалась по совершенно разным причинам, могла оказаться. И получается, что по форме это та песня, которая, да, топ-чартов, а по содержанию она может быть совершенно любой. И вот так, к сожалению, со многими явлениями реальности, и я боюсь, что так, по сути, и как-то с человеком уже получается что-то типа того. Потому что вроде как люди, а содержание что-то какое-то, оно вот уже, скажем так, не то. Слушай, ты знаешь, наверное, это один из самых хороших ответов на этот вопрос, который я слышала. Спасибо тебе большое. Про людей я все-таки хочу верить в лучшее, да, что мы еще не измельчали окончательно. А вот про литературу, про музыку... Да, очень верно. Спасибо, Гриш. Слушай, спасибо. Я огромное удовольствие получила от нашей беседы. Я думаю, что нам стоит завершиться. Мы уже практически час с тобой общаемся. Спасибо тебе большое, что уделил время. Было очень приятно тебя увидеть. Мы больше 10 лет, наверное, с тобой не виделись.
Нет, наверное, 10, да? Да, да. А, 10 лет прошло. Так что спасибо тебе большое, Гриш. Тебе огромное спасибо. Все, до встречи. Давай, пока-пока. Рад был тебя видеть. Взаимно. Привет, друзья. Сегодня у меня на канале очередной гость. Подожди, очередной гость. Ты, Григорий, а фамилию твою выговорить не могу. Я предлагаю это так оставить. Да? И вот он бежит через... Вернулся? Я не знаю, что с ним... Триумфальное возвращение Т-рекс. Походу он ревнует просто. Он гулять, может, хотел? Я не знаю, он постоянно, он лучше меня живет в этом доме, понимаешь? Я не знаю, что он хочет еще.